стану совсем я седым и старым. Вспомню каждый концерт, каждую гитару. Вспомню, когда утро репали в каморке, когда мама всю ночь обзванивала морги. Вспомни 2007 и площадь трех вокзалов, 6 июля и как сестра в Москве встречала. Старый рюкзак 500 рублей, пару футболок, огонь в глазах и мир, что был суров и колок. Вспомни ту хату, однушку заново Киреева, обоссанный подъезд, пошарпанные двери, код домофона и грязную микроволновку, диван на кухне, кастрюлю ржавую в духовке. Я вспомню свою первую булочную примочку, все порванные струны, первую свою репточку, первую группу, с которой покоряли мир, но так и не смогли попасть даже ни на один эфир. С кем распевали в грязных гримерках фестивалей, полупустые залы в полупустом подвале. Я вспомню все, когда было радостно и больно. Мне есть что вспомнить, ведь это было так прикольно. Когда стану совсем я седым и старым, вспомню каждый концерт, каждую гитару. Вспомню, когда утро репали в каморке, когда мама всю ночь обзванивала морги. А почему ты записал трек в стиле Noise MC? А я могу в стиле любого, только попроси. Когда там уже следующий выпуск Изи Рока? Обратно промотай, время дает уроки. Заедливая песня, да сука хороша. Ты как ее запилишь, потом давай киша. Второй год на пределе, не ел, не пил, не спал. Ну что поделать, когда стране нужен металл? Едут вагоны, металлики и сабатона. Летят погоны, составы на предел гружены. Мои загоны, моя война, мои законы. Я подключаю радио каждому вашему дому, чтобы у рокера в душе покой настал. Нужно победить изжогу и Black Star. Пусть знает Егор Крид и каждый его пидорок, победа будет за нами, да прибудет с нами рок. Когда стану совсем я седым и старым, вспомню каждый концерт, каждую гитару. Вспомню, когда утро репали в каморке, когда мама всю ночь обзванивала морги. Обзванивала морги. Когда стану совсем я седым и старым, вспомню каждый концерт, каждую гитару. Вспомню, когда утро репали в каморке, когда мама всю ночь обзванивала морги. Когда стану совсем я седым и старым, вспомню каждый концерт, каждую гитару. Вспомню, когда утро репали в каморке, когда мама всю ночь обзванивала морги. Через 10 минут заканчивается аренда зала. Повторяю, через 10 минут заканчивается аренда зала. Просьба освободить помещение. Успели снять? Да. Будем вырубать или что здесь?